Вот наше подразделение «Шторм», блин. Такие беттеры мы себе наделали. Если бы он дал слово, что он его не бьет, то что за нормально. С вашей помощью, люди, с применением. Ну ничего, видеофиксацию себе на память делаю, пацанов наших, штурмовиков серьезных. Вот они, вот эти ребята нашу родину защищают. Люди просят, ну, знакомые с Россией хорошие, которые помогают, как выглядят ребята, которые родину защищают с их поддержкой. Вот так они и выглядят. Да. Как-то... О, ребята, конечно, нам помощь нужна всегда. Главное, штурмовое подразделение сейчас выполняет очень сложные задачи передовые. Вот, потому что здесь смелые парни, они у нас все смелые, конечно, на всей нашей родине. Но тем не менее, здесь нужна особая смелость. Так что, если есть возможность, какие-то от приборочного видения, тепловизоры, коптеры, какое-то оснащение, оно нам все очень надо, потому что мы очень рабочее подразделение. Спасибо вам большое, подразделение «Шторм».